равно драма. Андрей Иванович, ты поймите, вы когда-нибудь... У меня все время ощущение, когда мы разговариваем, как будто мы говорим о России, как о стране русских. Русские, поднимите руку. Кто вы здесь? Где вы здесь? Россия? Мы везде. Да, вы здесь. Вы один. Везде. Понимаете? Один. Вы да? один. Еще две руки. Оператор Лапиков. Оператор Лапиков, слава что? Богу. Люди. Нет уже давным-давно. Ну, слушайте, Андрюша, это давным-давно уже всеми доказанный факт, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских. Он многонациональный точно так же, как и американский. Понимаешь, народ. Все. Соответственно, здесь реальный... Рядом.